Так, у нас вот уже техника прибавилась немножко. Прибавился еще грузовик, да, который привез нас самолет. Самолет у нас сломался, и грузовик его сейчас привез. Так, грузовик уезжает. Что-то еще не принес больше ничего. Еще появилась машинка у нас такая. Игра полным ходом идет. Да, Дима потихонечку начинает внедряться в игру. Да? Приехал самолет, давай его чинить будем, Дима. Давай чинить самолет. Чинить. Да, чинить. Давай. Ты играешь вот за этого мальчика, а я за девочку. Ой, самолет убегает. Давай чинить его. Давай будем чинить самолет. Ой, да что ж такое? Убегает и все. Надо ему ящик поставить вот так. Давай. А ты, Дима? Что ж такое? Давай сюда на дорогу выпьем. Вот тут на дороге просто лежит. Ты что ремонтируешь, Дима? Ты ящик ремонтируешь? Ну давай ящик. А я буду самолет тогда ремонтировать, а ты ящик ремонтируй. Я его сделала. Все, готов. У меня самолет готов. Дима, садись в самолет. О, открыл тебе. Аж башня. Теперь башню будем с тобой ремонтировать. У нас башня с тобой упала. Что ж такое-то? Так, самолет открыл, Дима. Садись, самолет. Нет, сидя. Сидя, они же у него сгинаются, ножки. Так вот. Где? Вот так вот. Да. Вот, ящик. Ну, вот так прямо, да. Ну, с ящиком есть. Давай. Давай. Закрывай, что вот тут. Вот тут у тебя по бокам должно... Подожди, Дим, подожди, подожди. Вот тут по бокам у тебя должно попасть ровненько быть. Здесь и здесь. Опа. Здесь. Все, давай, лети. Сел, полетел, давай. Давай, как я тебя учила. Полетел, полетел, полетел. Полетел. Я чувствую, сейчас в детство впаду. Давай, летит, летит он. И садись, да? Посадку делаю. Оттуда в неуронило. Вот так вот. И сел, да? Прилетел. Да, тебя я тут встречаю. Привет, привет, Дима! Нет, Дима уже улетел. Дима, Дима, ты чемодан... Опять его открыл. Ты чемодан забыл свой, Дима. Ты забыл свой чемоданчик. Забери свой чемодан, пожалуйста, Дима. Я тоже пойду, пожалуй. У меня вот машина есть. Пока-пока, Дима. И тоже уехала, да? Тут еще третий герой. Хорошо, их три хотя бы. О, привет, Дима. Ты чемодан свой забыл. Дима, чемодан забыл. Клади чемодан в самолет. Дима, чемодан в самолет клади. Так, ты решил все сложить, да? Ну давай, все складывай. Угу. Самолет надо было делать как грузовик. Он не закроется, Дим. У тебя все там навалено. Подожди. Низ самолета, вот он. Вот низ самолета. Здесь надо все. В этот низ самолета надо все аккуратненько сложить. Давай складывать аккуратно все.
Человечек, вот. А, чемодан. Сюда чемодан надо сложить. Сюда вот чемодан. Давай чемодан. Поди его сюда. Нет, не лестница. Подожди, чемодан. Летит, летит, самолет летит, летит, и сел, прилетел, да, вот сюда вот заезжай, привез Дима, и я тут такая подъезжаю на машине как раз, как что-то не видно, где она тут, о, Дима, ты прилетел! Привет, привет! Машина у меня на автомате сама уехала. Привет, привет! О, опять беспорядок. Ага. Клади сюда самолет разобранный. Пусть тут стоит. Самолет, даже есть маленький багажник, который можно фрукты, овощи положить. Салют, ты говоришь? Салют, салют. Он даже их близко поставил. Вышка. Привет, привет, Дима. Пойдем на вышку. Надо на вышку пойти, посмотреть. Что-нибудь там. Тут, ой, лестница есть. Не лестница, а горка. Да, вот так вот. Пойдем смотреть. Открываем. Давай. Закладывай ее туда. Как ты это делаешь? У тебя ручки маленькие. Аккуратнее. Тык. Может, собрать что-нибудь другое давай? Ей все равно разбирать придется. Можно, смотри, ее. Вот эту штучку. Кстати, а, она еще крутится, кстати. Ее можно самолет, например. Так поставить. Будет самолет, вышка. Да. Эту горку. Можно тоже на самолет. Самолет слазишь, и горку прям ших, и скатываешься. Жжж, полетел, 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 полетел. И на голову Диме сел. Вот. Здесь что у нас остается еще? С дверцей. Дверца прям, знаете, так реально помогает. Как будто начинаешь чувствовать с этой дверцей себя ребенком. Конструктор еще такой большой, здоровский. Да. Закрыл? Все. И ящик этот можно еще куда-нибудь. Заборчик? Нет, у него, видишь, вот они кругленькие. Штучки его можно вот сюда, например. Так вот. Забор. Открыт забор, закрыт забор. Да. Да. А плохо, единственное, тут нету самой платформы такого зеленого цвета, как она правильно называется, не знаю, на котором все это будет стоять. Жалко, что ее нету. Обойди. Аккуратненько. Ну, Лего у них, в принципе, всегда хорошие конструкторы, но они всегда дорогие. Да? Для богатых. Для богатых сделаны конструкторы, да, Дима? Либо на каждый праздник как раз получать по конструктору. И к 12 или к 18 годам у тебя будет целая большая коллекция, да? Да, малыш?
О, ты прям уже строишь прям. Молодец какой. На паровоз похоже. На паровоз. Беги, беги. Так, посчитала я все детали. Здесь 29 штук. Я тут даже подписала, чтобы знать. Потому что я люблю, когда все четко. И, конечно же, здесь в общей сложности тоже четко 29 деталей. Это, честно говоря, для меня немножечко небольшой минус, потому что другой конструктор, который я покупаю для себя, сейчас я покажу вам, который я собираю, люблю пособирать. У меня Сулбан, по-моему, называется. Сулбан. Не помню, как он называется. Здесь уже два набора у меня. То есть вот этот и сзади домик. И они всегда кладут больше деталей. Это вот у меня уже остатки. Там вместе с посудой, правда, и тарелками, но все равно там остатки, то есть довольно их много. С двух наборов уже. Вот у меня здесь такие дебри. Это вот то, что я собираю. Я очень люблю конструктор собирать. Это вот мое. Да, вот он называется. Слубан, у меня в основном они все слубаны. Вот, здесь кладут больше. Это вот мои конструкторы, которые я планирую в ближайшее время начать собирать. Здесь вот там домик. Ну, это все в Черной пятнице, можете посмотреть, что там было. Вот, также фура, о которой я очень давно мечтала. С прошлого года. И наконец-то ее купила. Вот. Складывай. Да, у Димы уже начался обед. Дима идет на обед кушать, да? Скажи, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментарии, наверное, будут закрыты. Пишите в ролике предыдущем свои комментарии оставляйте. Мы их обязательно прочитаем. И всем пока-пока, Дима. Пока-пока! Пока-пока! Смотри в камеру. Пока-пока! Помаши еще раз ручкой. Пока-пока!